Всем здорова, с вами снова дезертир Илья Антон Игоревич. Сегодня 17 августа, и у нас, собственно говоря, в 3 дня проходит День города в Домодедово. То есть вчера был День города, ну как бы центральный праздник, на площади проходил. Вот, там был салют, много пьяных людей, много мусора, кстати, который сейчас за ночь до сих пор не убрали. А сейчас идет гуляние в парке. То есть я сейчас иду в парк для того, чтобы посмотреть, что там, может быть, вам показать, рассказать. Вот, и посмотрим, что там есть. Я, короче, краем глаза сейчас там, когда был, я наблюдал то, что там стоят какие-то два человека странных. Один, короче, покрашен в серебро, другой в золото. Вот. И, типа, они неподвижны, что ли, я не знаю, можно с ними сфоткаться и так далее и тому подобное. В общем, сейчас туда придем и на все посмотрим. Самое забавное, что когда я ехал по стороне парка на велосипеде, стояли какие-то девчонки там. И, ну, как бы я проезжал мимо них, они меня все так радостно приветствовали, и я прям, не знаю... Это был единственный момент, когда я действительно застеснялся. Вот. Сейчас посмотрим. Вообще сегодня погода не особо располагает для гуляний, потому что буквально, не знаю, час, может быть, полтора назад был дождь. И сейчас сзади никого, но спереди народ есть. Вот. Сейчас как бы по прогнозам я посмотрел, то есть сегодня должны быть дожди вообще такие кратковременные, может быть, долговременные какой-нибудь будет, может быть, будет гроза, кстати, неизвестно. Потому что когда я... Да, где-то полтора часа назад я был на велосипеде, было прохладнее, сейчас стало тепло, поэтому возможность появления грозы вероятно. Но у меня с собой зонтик, мне в принципе это без разницы. Вот. Но для гуляний-то не особо такая интересная погода. Но все равно народ идет в парк, потому что засиделись. Все засиделись по домам, всем надоело и все идут в парк, как и я. Самое интересное, что в нашем парке появился бесплатный Wi-Fi, но работает он, к сожалению, где шашлычка. То есть, когда ты ходишь, и прямо где шашлык, там есть Wi-Fi. Раздает его, естественно, мой любимый оператор-провайдер Домолан. И это круто. Вот сейчас здесь появились товарищи полицейские, а вот на другой стороне стоят те самые девчонки, вон они, которые всех приветствуют, наверное. Сейчас дождемся перехода и пойдем посмотрим. Тоже там сегодня в парке. Народу стало заметно больше, чем было. А вот и две статуи, о которых я говорил. Первый типа Элвис караоке. Мистер Мим. А вон третий. Ну и еще одна статуя уже в женском обличье здесь. Вот еще одна. Тут, короче, по всему парку стоят эти лайф-статуи, вот тут картины продают. Ну, может, просто выставка, я не знаю, везде, в общем, куча жрачки, куча всего. Короче, те, кто хочет пожрать, ребят, запомните, что когда день города, идите в парк. Вы тут точно с голоду не помрете. Вот. Так что, в общем-то, круто. Я иду к пруду, посмотрю, что там. Вообще, народу много. То есть, в принципе, погода так разгуливается, уже появляется солнце и так далее, и тому подобное. Так вот. Водичка в парке немного высохла. То есть можно, в принципе, посмотреть и понять, что здесь находится на дне. И стоит ли вообще купаться или нет. Он заработал аттракцион, на котором катаются, как мы видим, не только дети. Также взрослые на нем присутствуют. Ну, видимо, для подстраховки своего ребенка, потому что он там вообще с карапузом едет. Работает очень много всяких аттракционов, большой перформанс для тех, кто любит порисовать и так далее и тому подобное. В общем, все для детей, и это круто. А вон там, по-моему, домодедовское телевидение, которое я преследую. Пойдемте посмотрим.
Там на сцене что-то происходит. Какие-то, видимо, опять конкурсы местные. Да, тут, в общем, происходит опять какие-то выступления. Девушки, со всего мира меня поздравили, а вот любимая обиделась и улетела в Лондон. Ну, куча народу все это смотрит. Ну, а это некая стена, где все приходящие могут оставить свои подписи. И зачем-то размещена иконка Инстаграма, вообще непонятно для чего. Но я не стал оставлять свою подпись, а то вдруг потом внезапно окажется, что я уже женился, и у меня, типа, есть дети. Вот, в общем, вот такой вот праздник был сегодня в парке. Сегодня, напомню, 17 августа. 3 дня длится День города. Вот, так что, в принципе, прийти здесь, погулять, отдохнуть, это хорошо, здорово. Но народу куча. Я сейчас шел, там прям реально не протолкнуться. Куча детишек, которые лезут прямо под руку. Так что, как-то так. Вот. В общем, все. На этом такой коротенький видеоблог получился о том, как проходит праздник в парке. На самом деле, можно было бы и вчерашний день снять, показать вам салют, но я не стал этого делать, потому что уже миллиарды раз это видел, думаю, вам тоже не особо интересно. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Твиттере и Инстаграме, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. До новых встреч, пока!